Как вы относитесь к политике Владимира? Когда вы обращаетесь в письма к депутатам Единой России, просите их поддержать муниципального фильтра, при всем при этом продолжаете хаять и партию Единой России. Например, я как депутат Единой России борюсь с коррупцией различных ТСЖ, управляющих компаниях. Отличный вопрос. Я добавлю. Давайте я отвечу. В Единую Россию входят также и ветераны, и пенсионеры. Как вы это делаете? Значит, я разговаривал с депутатами от Единой России, и они мне все задавали этот вопрос. Повторю еще раз. Вот вы для меня, как депутат Единой России, вы совершенно не омерзительны. Но при этом вы, и вы слышали то, что я сейчас в обращении говорил, вы должны представлять народ, вы должны представлять людей и действовать в интересах этих людей. Если эти люди требуют выборов, требует больше кандидатов. Значит, ваша позиция как нормального депутата и нормального человека, который работает с избирателями, сделать так, чтобы было больше людей, и забыв про вашу гадкую партию, подписаться и организовать так, чтобы в вашем муниципальном собрании были подписи за меня, за Митрохина и за всех остальных, кого хотят видеть избиратели. И в этом смысле отношение к Единой России я не меняю. Мне очень жаль, что такой молодой человек, как вы, зачем-то пошел в Единую Россию, в эту партию жуликов и воров. Так, мало того, вы еще, занимаясь борьбой, если я вам вполне верю, что вы на каком-то низовом уровне занимаетесь борьбой с коррупцией, вы фронтуете таким образом совершенно гадкую, мерзкую, мафиозную структуру, которая на высоком уровне жрет миллиарды просто-напросто, в то время как вы занимаетесь тем, что защищаете 100 тысяч рублей. Я надеюсь, что вы все-таки образумитесь, вы выслушаете своих избирателей, из Единой России уйдете и подпишите за меня. Спасибо. Я, конечно. Кого? Я не могу сказать. Почему? Почему? Ну, потому что у вас есть политика двойных стандартов. Это же будет опубликовано все. Ради бога. Я не скрываю. Не скрывайте, скажите, наша кого? Наша политика публичная. Я ваш избиратель. Вы мой избиратель. Вы за меня заголосовали. Из какого района? Я не из вашего района. Вы сейчас врете сейчас. А вы из какого района? Вы мой, не мой избиратель. Вы живете в Новопеределке, но в другом избирательном участке. Вы не мой избиратель. Вы опять-таки я ужете. А это не позиция двойных стандартов. Они все москвичи. Какая разница? Нет, мы еще раз говорим, у вас позиция двоих стандартов, понимаете, Алексей? Если вы борец, вы мужественный человек. Я не могу ответить, мужественный я или не мужественный. Я стараюсь о фактах, известных мне, я стараюсь сообщать и заявлять в органах. И все. А что надо еще делать? Что делать еще, Алексей? Гражданин может делать. Правильно. Для этого не надо быть депутатом. Правильно. Это просьба одна. Вы, пожалуйста, приходите на такое же мероприятие с Собянином. Я уверен, что он, конечно, будет встречаться с людьми. Как он приходил на ассоциацию муниципальных депутатов, вы подойдите, пожалуйста, к Собянину и скажите ему про эти факты коррупции, кого там разоблачили, пусть он вам поможет, пожалуйста. Он поможет, он освободится от депутатского мужа. Мне не могут помочь, а поможет. Власть, основанная на коррупции, с коррупцией бороться не может, просто-напросто не может. Да. Я не понял, как это с